Президент США готов вести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Соединенные Штаты помогут снять напряженность в отношениях Северной и Южной Кореи, заявил Дональд Трамп. По его мнению, телефонные переговоры могут стать основой для возможного дипломатического прорыва. При этом Трамп отметил, если бы не его личное участие, диалога между Пхеньяном и Сеулом до сих пор бы не было.